have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами все так же возле поверженного бота. Я подобрал себе вот эту винтовочку спецназовскую. На нее не так много патронов у меня, к сожалению. У нее ДПС-ка лучше, чем у ППшки, которая у нас была до этого. Вроде используют они один и тот же калибр. Джеки почему-то решил нас переодеться при перезагрузке. И также, когда я загрузился, я был прямо рядом с этим ботом, и он стоял здесь. Но он просто стоял, как будто живой. Мне стоило в него выстрелить один раз, он моментально оказался в этом же положении. Интересно, просто это баг или фича, как в наше время принято говорить. Это не баг, это фича. Ладненько, двигаем мы дальше, пытаемся сбежать с этой чертовой плазы, добраться до лифта. Кто на меня? Мы как бы, наверное, перебили уже всех, Джеки, как бы. Я надеюсь. Это я заберу. Это я могу взломать? Взломан — это, конечно, круто. А что мне это дает? Я немножечко иногда не понимаю, как вся эта фигня работает. Зачем я взламываю компы? Это просто для получения чего-то. Вон, опыт я получаю за них. Это я, конечно, вижу, да. Но я бы хотел, там, допустим, как результат взлома компа, я бы хотел в нем еще и покопаться, например. Ну, было бы совсем неплохо. Код красный. Это можно взломать для отвлечения. Это все тоже экспайт, я тоже понимаю, но, блин... А, сюда я не могу, ладно. Давайте я позабираю здесь всякую ерундень. Так, минуточку. Все, извиняйте. Так, в пяточку. ХПшка... Ну, пойдем. Нам еще на тачке придется... Да иди сюда уже! Иди, пожалуйста! Все, поехали. Рана открылась. Фигово, согласен. Нам бы до лимузина добраться, я до нашего. Я рассу тебе на могилу. Алло! Откуда взялся этот лимузин? А где он? Я не знаю. Почему он встречает нас не у входа? Это же супер-убер-машина, которая... А, вон он. Фига ли, он с той стороны начал оббегать! Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо! Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отзыв клиента. Отлично. Но, к сожалению, за нами погоня. Избавься, пожалуйста. Сохраняйте спокойствие. Блин, тут этот Вася! Я думал, нам выбили переднее стекло, оно все-таки более непробиваемое. Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь. В смысле, я разберусь? Пусть автомобиль разберется. Не так эти говноеды, они уймутся. Был бы тебе очень признателен, если бы ты не петлял, блин, судно. Противника. Патрон-то бесконечный, бесконечный вроде, хорошо. А, у меня жизни не бесконечные. О! Неплохо, хорошо попал. Из пистолета сбит. Судно. Ты белый как мел. Джеки, ты белый как мел. Видишь, я говорил, мы выберемся. Так ты труп как бы это еще. Сканирование. Мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Криперу. Так езжай быстрее. Настолько все плохо. В критическом? Что это значит? Сорвана наружная подвздошная артерия. Мистер Уэллс страдает от внутреннего кровотечения. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Ты скоро увидишься с Мисти. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Но Джеки труп, это уже понятно.
знала. Она все узнала. А, теперь он, кстати, опять переоделся, если что. Биочип. Биочип. Не потеряй. Ради меня. Он стал невидимым? А, ладно, это Багулина еще одна. Ну, да. Да, как бы это ожидалось. Пошли ссать против ветра, в принципе, такое и ожидалось. Чё ж поделаешь-то? Деламейн со мной на связи. А, ну да, да, точно, это же эта тачка. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Никуда не езди, жди меня здесь. Отправь его домой к семье, отвези его в клинику. Зачем в клинику? Дай мне прийти в себя. Блять, дай хоть в себя прийти. Прошу прощения, куда доставить мистера Уэллса? Отправь домой к семье. То есть, я думаю, он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупа Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Вот туда и вези. Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До свидания. КБ... Ох, блин, у нас тачка горит. Дурачё ты, конечно, втянул нас в это все, сам же там же и склеился, еще и нас чуть не подставил. Я серьезно говорил, что вся эта работенка очень тухло пахнет. Декстер просто воспользовался нами как одноразовыми перчатками. Ты уехал? Нет, не уехал. Вот, поэтому, во-первых, Декстер то еще мудло. С другой стороны, ну вроде как наш герой сам подписался под всю эту хренотень. Ну, не знаю, в общем, что продать? Извините. Кстати, знаете что? Погодите, ребят, минуточку. Минутку. F5-очка есть? Есть F5-очка, святое. Итак, давайте персонаж... Да, кстати, я прокачал падение сверху. Ну, убийство в падении сверху. Давайте зайдем в рюкзак. Ох, ты ж, блин, сколько понагребли-то всего. Интересно, все разбирать или продавать? Компоненты скриптов. А где у меня обычные детали? Обычный компонент предметов, необычный компонент предметов. Хорошо, что будет, если... Допустим. У нас есть вот эта вот штука. 107 единиц. Действие невозможно, а почему? Оно же лучше, чем то, что у меня есть, да? Я так понимаю. То есть у меня сейчас... Я перегружен! Фига себе! Я перегружен. Давайте вот это разберем. Ну, минуточку. Патроны у них-то одни и те же. Да, патроны одни и те же. То есть я просто не вижу смысла держать у себя лоу-левеловые. Полученные обычные эти, полученные эти. Вот это вот... все надо... Давайте сейчас, секунду, ребят. Я подразберу, и мы вернемся. Почему-то прямо сейчас я не могу переодевать какие-то вещи, предметы. По крайней мере, я могу разобрать. У меня был дичайший просто перевес. Я только что... А что? Почему у меня Джеки до сих пор подсвечивается? Чувак, блин, ладно. Надо будет потом попробовать еще попродавать. Я не знаю, почему я не могу сейчас какие-то действия делать. Ну да ладно. Декс. Зона мотель Ноутел. Ты кто такой? Ты под кайфом, что ли? Да ты вроде как бы больше меня под кайфом. Так, на минуточку. По словам его родных, Савура в состоянии отчаяния и позора хотел совершить сипуху. Но вдруг, в самый последний момент, передумал. Чему?
никто не знает. Никто не знает. С того дня, как он чуть не убил себя, Сабуро Арасака больше никому никогда не рассказывал о своем военном прошлом. Он всецело посвятил... Я понял. Чуть-чуть лора нам влили. Можно было бы даже поставить послушать, наверное. Ну, как-то ладно. До сих пор, на самом деле, очень сомнительная тема того, что этого Арасаку, дядьку, так запросто задушил его же сынуля. То есть, просто секундочку, сравните. Когда мы там в... Ну, в начале, когда мы проводили спасательную операцию, по-моему, даже в первой серии это было, когда мы Деваху выручали, Деваха была явно какой-то VIP. Как только ее чип разблокировали, мы разблокировали ее чип, моментально примчалась скорая со спецназом, быстро ее откачали, быстро... Они приехали... Вот сколько там? 180 секунд они сказали время реакции, да? То есть от того момента, как поступил сигнал. И это просто какая-то VIP-девочка. А здесь, блин, черт побери, глава корпорации, я был уверен, что как только его там жизненные показатели изменятся на какую-то десятую, сотую долю, где-то от его давления прыгнет, температура прыгнет, дыхание собьется, в комнате моментально появится там 100-500 человек. И, то есть, ну это очень глупо, то, как это все произошло, честно я вам скажу. Ну, ситуация, понятно, нужна для того, чтобы двигать сюжет, но то, как это все произошло, что его сынуля замочил. И при том, я понимаю, что в его комнате, в комнате сынули нет никаких датчиков. Я имею в виду, что датчики все должны были быть установлены в самом детке, если что. Вот. И как только бы что-то случилось... Экран. Я не могу его? Не могу. Вот, я понимаю, что мне туда, я просто хочу глянуть, а вдруг что-нибудь интересненькое. 210-й. Вон там в холодильничке что-то. Тут можно будет трупы прятать, серьезно, мне сейчас придется отсюда убегать. Ну, такой жирнейший намек на то, что, чувак, смотри, сейчас будем стрелять. Ну, по сути, я не хочу по-человечески разговаривать с Декстером, потому что этот чип мой. Я его вытащил, рискуя собственной задницей. Вот, я его, скорее всего, отнес бы вон той девахе из стрип-клуба. Она мне более симпатична. Не потому, что она деваха, а потому, что Декс уж слишком мутный пацанчик. Ай, блин, давайте сливанемся. Фиг с ним. 204-я. Но нам сюда. Поехали. Это я. Пусти. Тебя ждут. Да я знаю, дебила ты кусок. Я потому и пришел. WNS, 54-й канал, пираты. О вашем проебе говорят все. Круто. А где Джекстер? Остался в машине? Да, остался в машине. А ты... Да, он мертв. Да, он там. Он мертв. Бессменный руководитель японской мегакорпорации по последним данным был убит на территории... Соболезную, друг. Вряд ли. Его нету. Не смогли украсть. Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабуро Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Мы тебя! Это ты нас втянул! Вы его величество, императора! Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Ты нас в это втянул? Из-за тебя мы вляпались в это говно! Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабуро Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Так мы его и не убивали, это ты дебила кусок. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаке, когда за тобой придут. Дайте я его пристрелю, можно? Ладно, спокойно. Надо продумать следующий. Следующий ход. Я достаю пушку и стреляю в тебя, чувак. Все очень просто. Новое место, новая личность. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Давай я с твоим лицом что-то сделаю. Приведи себя в порядок. Мне кажется, он знает, что мы врем. Это так, на минуточку. Умыться. Я электронику не поврежу, надеюсь, которая в мою харю встроена.
Ви. Уйти. Я не буду психовать. Я не... Знаете что, за стеклом может быть что-то... А сейчас... Я что-то только сейчас подумал, что за стеклом, возможно, будет какая-то или камера наблюдения, или что-то, к чему я могу подключиться, или что-то... Я думал, что, типа, ну, просто не буду психовать, а сейчас думаю, что надо... Пом... Да, понятно. Блин, ну ты дебил. Ну как можно было таким расхлебанным быть? Явно же, что... Ой. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Да я тебя урою. Все, тебе пизда! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Я, кстати, тоже хотел это выбрать. Вот, мы проснемся. Чипов в башке у нас не будет. Сейчас вот это будет проверка на ум вот этого самого Декстера. Если мы проснем... А, это только заголовок у нас сейчас. Какая, шестая серия? Ладно, ладно. При этом, что это был пролог, был акт первый, и теперь начинается что-то... Ну, в принципе, ладно. Загрузи винду. Интерлюдия, тут еще и такое будет. Ну, давай. Привет! Клуб Молот. Серьезно, я могу сказать? У тебя все норм? Лучше некуда. Сильно. Они похожи. Ты одета, как будто тебе 16. А тебе на самом деле сколько? 35? У кого из нас что хуже? Тебе тут... Тихо, тихо, успокойся. О, Киану! Привет, чувак. Фига ли мы за Киану играем? А ты что хотел? Почему я с пистолетом? Сегодня я... Почему Джонни? Какой Джонни? Это же Киану. Я решил, чтобы с вами попрощаться. Ладно, нам представили еще одного персонажа. Есть Джеки, есть Джонни, есть... Фу, блин, не курите, ребята, курить отвратительно плохо, никогда так не делайте. Деньги — это деньги, с ними, блядь, не шутят. Слушай, на что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Офигительно все. Отлично, тогда поговорим. Сколько ты за это хочешь? А? Да, мне надо сегодня. Так, там вертушка, я так понимаю. Джонни, подожди! До свидания. Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. До свидания. Иди сюда. Да хрен с ней с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать. Да ладно. Увидимся в следующей жизни. Брось сигарету, не кури эту гадость. Так, пошли, пошли сцены из Деуса с вертолетами, всякое такое. Я заказчик, и я решаю, кто опоздал, а кто нет. Вот так вот. Залезай, пока ты рот не закрыл. Привет, Шайтан! Поднимаемся! На, надень! И не снимай, понятно? Любовь как мотив, чё, блин? А дверь-то закрыть не хочешь? Не во Вьетнаме все-таки. Та бфу, брось эту гадость. Бросай, все. Игра пропагандирует курение. Никогда так не делайте. Крутые парни не курят. И крутые парни не мусорят. Еще Рекс Пауэр Кольт говорил, что мусорят, только неудачники. Помните, кто такой? Пасифика. С вас комментарий. Света нет. Вот санитанки на улице. Сука, пиздец. А. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйланд отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляют, тоже часть плана? У нас тут не слез пацифистов, Томс. Не нравятся твои проблемы.
Так, а это случайно не то, что я думаю? Подождать, пока вертолет снизится. Это случайно не мы сейчас будем стрелять по Ви и его напарнику, когда они по крыше будут идти, нет? Потом узнаем, что это... Это черт его. Цель в зоне обстрела. Включай огонь. На прицел! Взяли! А... Быстро, быстро! Блин, а пострелять? Принял. О! С такой скорострельностью он делал там по три пуки в минуту. Ребят, вы слиться не хотите случайно? У меня для вас супер-пупер предложение. Вы умираете, я улетаю, и все. Я как бы, если что, из пулемета стреляю. Вы кого такие живучие? Я могу еще где-то оправдать... То, что вы такие живучие из пистолета, когда я в вас стреляю. Ну, блин, пулемет же ж. По-моему, с жизнями у врагов здесь немножечко переборщили, мне кажется. Ну, ладно, это не тот момент, который я думал. Нифига себе! Мы несем груз в лифт. Активируем. Отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится, хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Открой дверь. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Закрой пасть! Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже. Кто вписал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транер. Вперед! На меня напали! Приготовиться! Вон ту тварь! Я сама прикончу! Ну вот, у чувака урон 700. 2000. 700. Дайте мне такое оружие. Арбуз. Арбуз. Так, хорошо. Разместить. Как там называлась бомба? Бушидо 2. Качать! Нам надо сваливать! Демолитрон! Это ну, сейчас был вот сейчас... Это была сейчас отсылка на Матрицу, черт побери? В смысле подождать? Зачем ждать? А, выстрелить в подъемный механизм? Он все это время падает, если что. Дверь не хочешь мне открыть? Что я должен сделать? Кому? Зачем? Что должен? Может, еще кое-что нужно сделать. Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. А раньше мы это не могли сделать? Конечно. Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. К тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. У меня оружие, которое стреляет по 700 хпшки, если что. И 4 хп, 400 хп у меня лично. У меня просто какой-то год-мод включен, если что. И жизнь не восстанавливается. Но он завязан этими обилками по горло, я вижу. Просто ходячий танк. Сюда кто-то подойдет, нет?
Еще кто-нибудь? А, вон он. Я, по-моему, из какой-то ручной гаубицы стреляю, да? Я рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина, мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. Неплохо так. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за очень долго загружается. Все готово. Теперь уходи. По-моему, в их вселенной SSD еще не изобрели. Слишком они долго. Они поднимаются. Беги на крышу. Выносливость у меня тоже в... Ох ты ж! Нет! Да? О, здрасте, дядька. Черт! Это Адам Смешер! Можно его смешнуть? Это с уроном на 1200 на 800? Серьезно? Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Джонни, шевелись. Мне не дали с ним повозиться, постреляться, попадаться. Ладно, как это. Чё, блин? Смешер. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. Очень театральненько, очень нереалистичненько, к сожалению. Потому что, ну, он такой пешочечком ходил, везде все делал, как будто... Не знаю, ладно. То, что сейчас произошло, было немножечко непонятно лично мне. И бомбу, я так понимаю, не обезвредили, да? Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, шуточки, поболтай шутки со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? У него 400 жизней. Вот этот удар в живот ему ничего как не сделал. Как вы добыли взрывчатые вещества? Такие пощечинки, блин. Серьезно. Кажется, шеф недоволен вашей работой. Это он еще жив? А, это стой, или это молодой же? Это молодой же, да? Смотри-ка. У меня получилось. В этой башне погиб мой муж. А, то есть мы ее взорвали. А, вон, да. Смотри-ка, у меня получилось. Вон этот взрыв как раз происходит. Участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назе, коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Ну, да, наверное. Я без понятия, что здесь происходит. Что вы, Усоцки, дивундичим лазовок? А, нет, это еще старый. Щелочка. Шава Юбендага, Калерова, Кисте, Усоцканы.
Очень такое, да. Хадзимиру. Начинайте, Хадзимиру. Так, душегуб загружен, выполняется пересадка энграммы. Что за душегуб? Ну, правда, понятно, какая-то, то ли вирусная, то ли еще что-то. Угу. Угу. К тебе подойти. Блин, давайте, пожалуйста, без вот этой наркоты все. Я понимаю, что это не наркота, но это, блин, такой трип. Блин, я не хочу. Меня, в принципе, все вот эти вот наркопутешествия в играх очень сильно бесят. Это ты сам, это понятно. А ты... ты кто такой? Перезагрузка системы. Сетевое окружение. Ну, мы где-то на свалке. Интересно, за кого я сейчас играю? За... Ой, блин, сейчас будет этот момент. Типа, просыпайся, самурай. Да, руки-то обе руки живые, не механические, поэтому... Это мы сейчас играем за нашего перца. Да, точно. Это мы сейчас будем косплеить Маркуса, да, если что, который тоже со свалки выбирался, которого пристрелили в голову и бросили на свалку. А он выбрался и потом повел андроидов на восстание. Ну, блин. Ну, вы поняли, к чему это я. Знаете, ребят, в чем прикол? Есть пасхалки, есть отсылки, а есть такое плохое слово, как вторичность. Когда игра становится вторичной, то есть можно оставаться оригинальной, но при этом вставлять какие-то классные пасхалки. А можно, к сожалению, полностью быть вторичной. И пока что вторичности в этой игре довольно много. Я хочу какой-то оригинальный сюжет, но повороты были предсказуемы. К сожалению. А то, что происходило с Киану сейчас, вообще было похоже на индийское кино. Это... Он тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Что мешало нам грохнуть Декстера тогда еще? Ой, блин, вот этот чувак явно умнее, чем наш. Чем тот, Я не буду ничего говорить. Тут ничего не скажешь. Могу головой вертеть, я не буду. Отключи имплант запаха, будете все нормально в твоей жизни. Приехал на свалку и жалуется на то, что кто-то как-то воняет. Блин, жалко Декстера, я сам хотел завалить. И будь наш герой немножечко поумнее, то можно было бы достать пушку и просто грохнуть его там же на месте. Ты слышишь жаль. Меня? Мне нужна помощь. Вы за что-то, черти? А, дружище, а сфига ли мне тебе помогать? Ты заказал меня у Декстера. То есть... Почему я не могу колесо пробить? Это было бы самым логичным поступком, блин.
Они как бы не убиваются, если что. Позволю себе напомнить, что твоя машина раза в 4 тяжелее, чем этот байк. Почему он байком наносит тебе такие нарушения в этом? Короче, почему он тебя так сбивает байком сильно? Это мои патроны! Фига, я использую свои патроны-то, дайте мне бесконечные. Как ниндзя тут? Что ты сейчас было? Каким именно образом, скажи мне, пожалуйста, а ты? В этой сцене очень много логики было принесено в жертву здравому, как бы, хорошей картинке. То есть... не теряй сознание еще раз. Он живой еще. Не закрывай глаза. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Я знаю кое-кого. Мы должны ехать к риперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Почему я? Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Вы находитесь вне зоны оказания услуг. Отвези меня. Хорошо, транспорт будет через 20 минут. Личный порт поврежден. Как это было сейчас? Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Если он сейчас приедет, еще и сдохнет, Мисти! Это будет... Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю. Ему до сих пор Деламейн подсказывает. Интересно, на какое время арендовали эту тачку? Это немножечко... Ну ладно, ладно. Короче, да, без ярких трипов нам тут не обойтись, я так понял. Спасибо. Вся эта серия у нас будет забита всякой... Не хочу говорить чем. Ладно.
Вы могли это показать все со стороны, а не моими глазами, чтобы я это видел по-человечески, а не вот через вот эти фильтры? Чтобы показать, как страдает герой, да как бы страдаю сейчас я, а не герой. Герой этот просто... Ай, ладно. Забейте. Как он там? Ну, а человек быстро поднялся на ноги. Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Я так понимаю, что это личный телохранитель старика. Будем называть их стариком и молодым, этих Такимуров. Нет, не Такимура, Такимура, это вот этот чувак. Короче, этих корпоративов будем называть старым и молодым. Я думаю, что вот этот личный телохранитель старого, он прекрасно понимает, что это молодой его задушил. Он сделал вид, что типа работает на молодого. На самом деле сейчас вытащил нашего придурка со свалки. Ты меня слышишь? Разобрался с Декстером. И теперь хочет, чтобы мы отомстили молодому. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка давай пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. Ты нам какие-то компоненты от того чувака вставил, а да? Потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэр. Ты нам компоненты того чувака вставил. Было бы над чем смеяться. Блин, ты пересадил наш мозг... В тело... Серьезно? Поговори со мной. У нас ложные воспоминания. Мы сейчас... Покажи мне руку. Руку покажи. Нет, рука наша. Значит, не пересадил тело. Значит, он какой-то чип пересадил от того парня. Найт-Сити выглядел по-другому. Незнакомо. И я ненавидел его. Всех. Всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Ну, вот не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Я думаю, что это из-за биочипа. Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. То есть лет 20-30 назад примерно. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Новости про террористов в голове... Не, ну говори. Говори. Биочип — это... Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум. Пару недель. И будет что? Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Ага. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом. И тогда ты просто исчезнешь. Одним дурачком меньше. Окей. Я за нашего персонажа, на самом деле, теперь гораздо и меньше переживаю. Это важно. Ты меня слушаешь? Да нифига он не починит. Я в это отлично верю. То есть этот биочип, он тем и опасен, что он не зря же его так хранили. И... Да, погоди. Ладно. Ты же меня починишь, правда? Нет, неправда, не починит. И... Все. Да я бы рад, честное слово. Но это... Это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Мы еще ему бабок 20 штук торчим. Тебе длинное объяснение или короткое? Да ну нафиг. Вот ты говоришь, тебе осталось недолго. Ты исчезнешь. С чего бы? Докажи. Декс, тебя застрелил, правильно? Пуля повредила твой нейропорт и твой мозг.
Биочип реанимировал тебя, потом закоротил и начал погружать данные тебе в мозг. Угу. Он посчитал его пустой скорлупой, понимаешь, в которую можно скопировать энграмму другого человека. А вот это неплохо. Пустой скорлупой? А я тогда где? Я же вот он. Да биочип не читатель. Биочип писатель. Голова у тебя болит, потому что он меняет нейронные структуры. Понимаешь, он убивает старые нейронные связи, чтобы создать новые. Отлично. По его мнению, ты и то, что от тебя осталось, это опухоль. С ней надо бороться. Блять. Я видел рекламу по телеку. Там еще был тупой слоган. Душа, что-то там. Что-то там, да. Сохрани свою душу. Угу. Да, да. Он нужен только, чтобы разговаривать с конструктами. Может. Но у тебя, скорее всего, прототип, который как-то уплыл из лаборатории Яросахи. Совсем случайно. Ну и что делать? Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вы все. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Понимаете, в чем прикол? Что каких-то пару ты серий слишком назад... Ты много хочешь от такого дедули, как Вик. Дедули. Пойдем. Я отвезу тебя домой. Еще пару серий назад я говорил, что я начинаю симпатизировать нашим персонажам и всякое такое, но то, как они себя ведут и то, как они поступают, почему-то отталкивает меня, я не знаю. Другой вопрос, почему... Старик... Я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон. Это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Возьми красную или синюю. Принимай регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Нет, я думаю, что это она делает из жалости, если мы решим побыстрее все это закончить. Мне нужно лечь. Я не думаю, что она хочет нас убить или что-то такое. Ах, да. Последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Пуля! Спасибо. Обещай мне, что поспишь. Да, спасибо. Я не буду про Джеки говорить. Спасибо. Отдыхай, Ви. Сладких тебе снов. Я не буду сейчас говорить. Все, давай спать. Не буду я говорить про Джеки. Джеки уехал к родственникам и всякое такое. Я не знаю, знает она про него или нет. В чем прикол? Если бы я сейчас сказал, это была бы новость для нее, или это мы просто поговорили бы, и я бы сказал, ой, мне так жаль и всякое такое. В общем, вот в этом разница. Так, ну ладно. Ну, вот эта фишка с красной и синей таблеткой, это, по-моему, тоже еще одна прямая отсылка к «Матрице» была. Типа в двух руках красная и синяя таблетка. Одна сделает одно, другая сделает противоположное. Ну, вы понимаете. Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Просыпайся, самурай. В общем, мы сейчас будем бороться с собственным раздвоением личности. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Давайте без покурить, пожалуйста.
Это отвратительная штука. Блин, чувак, у тебя... Да, я не курю. Я не курю. Так пойди и купи. Мне всего одна нужна, последняя. Да что это вообще за херня? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! Ладно. На кого ты работаешь? Говори! Чё? Чё? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Так я не пойму, кто чем управляет. Кто, ну, то есть... Ладно. У нас тут очередная история про Джокера, да? Одна личность, которая пытается завладеть телом, вытесняя вторую личность. Я найду как. Ты подожди, чувак, полторы недельки и получишь контроль. Ты меня слышишь? Принять лекарство. Свали из моей головы. Красную возьми. Нет. Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. О, я, ребят, чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Блять! Давайте просто... То, что я ему скажу, это ничем не поможет. Таблетки помогут. Разговаривать со своими галюнами — это не лучший способ. Ебать. Ну, вы понимаете. Не знаю, мне этот поворот сюжета не очень зашел. То есть время от времени будет накрывать. Мы сейчас пойдем как-то всему это... О, а второй акт начался. Ух ты. Второй акт начался. Пополнить боезапас, надеть одежду, снаряжение, поесть дополнительно, прочитать письма, дополнительно читать сообщения. Давайте вообще... Сообщение. Журнал. Ха. Вечный сон. Ну что, брат, в этот раз мы серьезно попали. Это уже точно не... Я уже точно не выберусь, но у тебя все еще впереди. Как говорит Мисти, пока ты жив, есть надежда. Судьба дала тебе второй шанс, так что вставай на ноги и вперед. Считай это последней волей своего лучшего друга. Найти и обезвредить киберпсихопатов. А, это задание. Это задание. А, стоп. Создание, журнал, персонаж, карта. А где я могу... Чипы, вот, сообщение. Скоро наступит столкновение с реальностью, которая зависит от... Реджина Джонс. Привет, Реджина. Говорят, тренер... А, вот, стоп. Деламейн, мистер Уэллс. Уважаемый мистер Ви, ставлю вас в известность, что тело мистера Уэллса передано в распоряжение его семье. Спасибо. Автомобиль службы Деламейн ожидает. Так, вот это от Деламейна было, но тут у нас вроде все прочитано. Прочитать письма дополнительно. Это вот здесь, да? Блин. Сообщение. Здравствуйте. По нашим сведениям, в этом месяце вы не оплатили аренду квартир, расположенной в
мегабашни N10 или H10. Согласно договору об аренде жилья такой-такой, дальнейшая задержка оплат перейдет к выселению в принудительном порядке. Спасибо. Я отсюда и так скоро съеду, будет с моим соседом разговаривать, по голове, правда. Медицинский мега-розыгрыш, при покупке двух билетов дарим третий бесплатно, розыгрыш 1000 призов, бла-бла, реклама. Внимание, мошенники, это мы читали. Поесть тоже дополнительно. Не пополнить боезапас, это нам сюда. Блин, какой трешак мы слушаем. Хорошо. Так. Я соберу все, что у меня есть. Я не буду здесь ничего оставлять. Давайте пополним боезапас. По умолчанию фильтры хранилища. В хранилище у нас ничего не осталось. Поэтому мы сейчас идем в рюкзак. Берем вот это. И одеваем его вместо... вот этого. На самом деле крайне неудобно. Берешь вот так вот и хочешь надеть на что-то, на какую-то новость, но тебе моментально преграждает обзор вот эта фигня. И такой, нет! Так, хорошо, дробаш у нас одет, пистоль у нас одет. Вот эти пистолеты. Так, разобрать, наверное, все вот это мы сейчас поразбираем. Потому что то, что у нас в руках, оно дает очень хороший урон. Вот эту штуку, блин, она, кстати, меньше урона дает, чем автомат. Я ее разберу. На ней силы дофига надо. Двустволка тоже у нас идет нафиг, потому что это дает 112 урона. Так, Тамаюра, блин, кстати. То, что у меня сейчас одето, это JKE X2 Kensin. Электромагнитная. Так, а ты у нас... Лексингтон тоже у нас идет нафиг. Вот это вот 107 единиц, вот это у нас 106 единиц, 106 единиц тоже у нас идет нафиг. Теперь при... блин, надо будет на них эти улучшения понацеплять. Вот это что такое? Надо будет разобраться. Так, приодеться. В чем мы сейчас одеты? У нас жилет, курточка. Курточка 19 дает. О, есть маска. 10 единиц брони. Очочки, 9 единиц брони, серьезно. Значит, маску одеваем, жилетик приоденем. Ага, 19,4, 41, конечно, жилет тогда одеваем. Майку я могу под жилет какую-то нацепить? Вот это, например, любимую майку. Да, я могу. А тогда получается 16 единиц, а штаны у нас дают 17. Давайте штанчики вот эти приоденем. 17, 3, 9... 8, 9, 9, 9, 9, о, 17, да. Ну, я максимально бронированно одеваюсь сейчас. Так, маску одеваем, лицо 4, 10 единиц брони. Вот эту федорку оденем, 9 единиц брони. Тут 4, тут у нас маска 10 дает, отлично. По сути, поверх жилета я, наверное, ничего ж не могу одеть, да? Надо будет тут тоже кучу всего поразбирать, поделать. Пополнить боезапас. Все, отлично. Такимура звонит нам. Да. Город Такимура. Надо встретиться. Хорошо. Приходи в дайнер дома. Хорошо, хорошо, встретимся. А, ладно, зачем? Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря... Я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома. Я буду там. Хорошо, хорошо. Поговори с Такимурой. О, нас подключивает. А, блядь! Лучшее оружие, встреча. Минечка, а зачем мне показали сюда-то идти, если мне нужно... Лучшее оружие, прочитать сообщение. Администрация мегабашни уведомляет вас, что ваш автомобиль ждет вас на ближайшей автостоянке. Желаем хорошего дня. Спасибо. Встретиться с Такимурой. То есть мне, по сути, сейчас сюда. Ладно, ребятушки, да. Новое задание. Кровь и кость.
добраться до клуба животных. Ну. Так, секундочку. Инфа. Журнал. Где моя тачка, Чумба? Где моя тачка, чувак? Типа, одна это отсылка. Забрать машину из гаража, жизнь не останавливает. Так, кровь, это пришло время нового боя в Глене. Могу... зачем мне это? Добраться до места боя в Арое, слышал чемпион... Это, короче, всякие левые побочные задания. Добраться до клуба животных. Сочувствую, Ви, они дерутся... мне это нафиг не надо. У меня есть вот основное. Выбрать. Его же отслеживать. Все. Побочные, вот эти особенно драки и всякое такое, мне не очень интересно. Давайте я силу качну, кстати. Тоже до 6 нам ее нужно бы догнать, поэтому посмотрим. Следующий уровень, наверное, тоже в силу воткну. Так, а то что? Лечь спать. Серьезно? А, это время пропустить. Вот. Я на самом деле таким образом не понимаю нашей мотивации. Если говорят, чувак, ты через полторы недели просто исчезнешь. А он такой, а, ну хорошо, и пошел тратить свое время на всякие побочные задания и всякое такое. Не знаю, это выглядит как минимум нелогично. Поэтому я считаю, что правильно сейчас будет сосредоточиться на основном задании. А потом посмотрим, как будет, чтобы это хотя бы не шло вразрез со здравой логикой. Все, ребятушки, на этом у нас пока что серия заканчивается. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующей. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.